Здравствуйте, меня зовут Ирина Зайцева. Я переселенец из Донецкой области. У меня двое деток. 10 лет и 10 месяцев. Что сейчас происходит в Украине, это очень страшно. Безумно страшно. Мы устали от этого. Безумно устали. У меня на оккупированной территории находится мамочка, сестра, очень за ними скучаю. Очень страшно за деток. Эти сирены воют бесконечно. Невозможно погулять, невозможно жить нормальной жизнью. Очень тяжело все это понимать. Мы очень мечтаем, чтобы все поскорее закончилась эта война. Благодарны миру за то, что он помогает Украине. Весь мир, вся Европа помогает Украине. Вам огромное спасибо за помощь. Благодарим вас за все. Для нас это очень ценно. Спасибо вам большое.